Привитос, амиго, снова вы, я и новье под названием Dead by Daylight. Я сначала хотел сделать обзор на эту игру, уже записал видосы готовые, где я вроде как даже нагнуть получилось по совпадению, то есть маньяком меня заманьячил, выжившим я выжил, но потом подумал и понял, что ну это фигня, потому что, ну честно говоря, я игру вам буду сейчас впаривать, вот я буду вам прям впаривать эту игру, потому что, ну, эта игра, она вот просто идеально подходит для стримов, и я хочу, чтобы на стриме подписчика мог поиграть со мной, вернее, против меня в эту игру, ну, потому что какие лучшие стримы? Те, где подписчики играют против стримера, естественно, да? Но армата сейчас буксует всеми гусеницами и колесами, остальные танки мне тупо не интересны, поэтому играть вроде как не во что. И вот выходит Dead by Daylight. Игрушка, ну, такая она, по сути, средненькая, много недоработок, однако это лучшее, что сейчас может... Что сейчас можно, во что можно поиграть на стримах. Почему? Да хотя потому, что игра стоит грёбаных 350 рублей, по-моему, сейчас в Стиме, да, на фоне таких шедевров, как этот Mirror's Edge или как там вторая, Homefront Revolution, да, который просто 2 косаря стоит. И это не то, что выброшенные деньги. Mirror's Edge выброшенные деньги, а вот Homefront это... Деньги, потраченные во зло вообще, заспонсировал зло, да я лучше бы эти 2000 ИГИЛу отправил, прости господи, чем отдал их этому рукожопому ублюдскому разработчику, который продал мне это говно. Вот такое у меня отношение к Homefront Revolution. А здесь игра стоит 350 сраных рублей, ну как сраных для кого-то, ну конечно это деньги, как ни крути, какие-никакие, но это деньги. Но за эти 350 рублей вы реально получите эмоции, и довольно неплохие эмоции, потому что, ну... Здесь, как вы уже, наверное, догадались, может, послышали про эту игру, маньяки играют против выживших. Вот. У игры есть... Черт, не та кнопка. У игры есть небольшие проблемы в плане того, что лобби не очень правильно сделано. Оно немножко отстойное в том плане, что кто лобби создал, тот, собственно, и охотник. То есть роли не поменять. Нельзя друзей приглашать, то, чтобы с другом поиграть. Но я думаю, это будет допилено чуть попозже. Не суть, но... То есть со стримером на стриме поиграть можно и так. Вполне годно. Просто добавиться в друзья в стиме. Стример будет создавать, кидать вам приглосы, вы будете заходить. Он будет охотник. Ну, потому, ну так вот, я уже сказал, да, что ну, не поменяться ролями, к сожалению, в этой игре. Но так или иначе, все вместе можно довольно весело и неплохо в нее поиграть. За 350 рублей это эмоции. Поверьте, что играть хищником, конечно, интересно, но ощущение в заднице, когда вы играете жертвой... Неповторимо. А, что же ты не дохнешь-то так долго? А, здесь три вида охотников. Один исчезает, второй ставит капкан, а у третьего здоровая бензопила. Ну, техасская резня, все такое. Вот, поэтому, в принципе, соскучиться вам не даст никто из них. Выживших четверо, у них разные, как я понял, не то что перки, разные шмотки. Кто-то с аптечкой, кто-то с фонариком, ну и все в таком духе. То есть все это вам пригодится для того, чтобы продержаться. А, цель игры выживших вы увидите чуть позже. Цель маньяка всем ясна, в общем-то. Изувечить выжившего и повесить его на крюк, пока, собственно, ему не будет причинена мучительная смерть. Насадить, к сожалению, можно только лишь на крюк, потому что, ну, наверное, цензура. Нельзя затащить блондиночку в кусты и там ее... И там ее дрюкнуть, прости господи. Охотиться нужно по звуку. Звук шагов, карканье ворон, звук того, как чинят генераторы. Все это, собственно, пригодится. Поэтому готовьте наушники, готовьте звук. Возможно, даже придется выключать стримы, чтобы слышать сердцебиение, когда к вам и... собственно, и подкрадывается маньяк-убийца. А почему я не стал делать обзор? Ну, потому что надо показать геймплей, то есть как это все происходит, потому что, ну, людям придется тратить на игру свои деньги, чтобы поиграть либо на стриме, либо с друзьями. Про игры с друзьями это единственный шанс поиграть с кем-то, да, с кем вы хотите поиграть, потому что, ну, приглосы, как я уже сказал, друг другу не кинуть. А не происходит прокачка, то есть, ну, может, эта игра кому-то не понравится. Насчет оптимизации я вообще молчу. Единственное, что могу сказать про оптимизацию, это то, что у меня игра не лагает. А, поэтому смотрите системные требования. То есть... А у кого-то, ну, при записи у меня на 970-й печке сейчас 50 FPS стабильно, то есть даже не 60. При этом игра выглядит, ну, немногим лучше, чем олдфажный Killing Floor. Но, по-моему, игра на данный момент абсолютно оригинальна. Я пока ничего похожего не видел и не слышал. Так, а вот еще один
Шоколадочка. Ну, играть негритянкой в темноте, это, конечно, своего рода чит. Ее почти не видно. Не повезло ей, она прыгнула немножко не туда. И тут же и огребла, и попалась. Пойдем, я тебе Москву покажу. Как говорится. Вот на этом повисишь. Как там? Повиси-ка на нем, а когда надоест, ливый нахрен с игры. Играться в Майнкрафт, играться в Майнкрафт. Играться в Майнкрафт вдвоем. Борется за выживание, смотрите, не хочет. Да возьми ты его в рот, господи. Один генератор осталось включить паскудным выжившим, и они спасутся. Но поскольку выживших четверо, а я один, я не могу ее оставить. Они тут же ее снимут с крюка, это очень быстро происходит. На самом деле маньяк ни хрена не будет в этой игре. Команда сыгранных выживших раскладывает его просто на раз-два. Вот и все, они открыли ворота. Они открыли ворота, я даже не знаю, будут ли они пытаться ее спасти. Но тут риск дело благородное, остается только рискнуть, понимаете? Либо вот эти ворота, я вижу, что закрыты. Вторые ворота. Вторые ворота наверняка открыты. Она, тёлка с ником Фараон, на самом деле, помирает уже на крюке. Вот-вот она помрет. О, открывает, стоит. Блять. Вот это был ненужный замах. Но я бы не успел. Я бы успел ее максимум поранить. Она бы не умерла. К сожалению, она бы не умерла. Двоих я убил. Все приигрались, придрочились и теперь свободно просто убегают, на самом деле, от маньяка в неизвестном направлении. От любых, причем и от ловушечников. Вот, видите, еще одна дверь открылась, все, выжившие ушли. Но мой урожай — это всего лишь два трупа, к сожалению. В том видосе, который я записал, дабы сделать обзор, но озвучить его отдельно, лучшие моменты, я убил всех четырех. Ну, поначалу, собственно, пока выжившие лохуют, это довольно-таки несложно было сделать. А теперь, когда все научились... Кстати, когда я играл выжившим, мы все четверо спаслись. Но, может, у нас вообще маньяк был лошара, не знаю. Вот вы видите, что получаем, получает очки заслуженный маньяк. И можно произвести апгрейд. Но сейчас, конечно же, при нажатии кнопки апгрейд вылетаешь обратно в лобби. Вот тут можно выбирать. Это не то, что перки, это айтемы. И что они дают? Ну... Версия игры английская, сразу говорю, да, если у вас English very, very good, как у Absolutely Champion Universe for Bodybuilding Александр Невский, вы, скорее всего, с игрой не справитесь, но можно как бы открыть центр сообщества, сейчас посмотрим, и там почитать, вот смотрите, руководство, и там почитать уже, что чего дает практически все. Видите, перевод снаряжения убийцы здесь есть, перевод всех перков есть, ну, на самом деле, не перков, а шмотков, надо написать. Вот, давайте теперь посмотрим, что будут делать жертвы на стримах, за кем буду я гоняться. Я бы с удовольствием играл, конечно, и жертвы, я надеюсь, что они в будущем лобби поправят, потому что, ну, играть только маньяком 2 часа, такого хочешь. Но, с другой стороны, люди смогут показывать потом себя в телеке друзьям, или там, мама, мама, смотри, меня схватили за жопу и насадили на крюк. То есть, все такое, ну... То есть, какой-никакой, но это шанс оказаться в телеке, понимаете? В телеке и при этом не в танке. То есть, ну, что-то новое наконец появилось. И это реально лучше, чем Rainbow Six, и пока что не изгажено гребаным волхаком. А абсолютно нон-играбельная теперь стала игра. Вот, не знаю, сейчас записывался или нет, но всякий раз случай повторяю, что Rainbow Six весь погряз в волхаках. То есть, с волхаком там играют теперь абсолютно все, потому что волхак... на всяких разных нехороших ресурсах распространяется бесплатно. Ну, так уж повелось, что время жизни игры без читов это теперь, ну, месяц два, может, три. Потом сначала появляются платные читы, а потом и бесплатные. Значит, шмотки, вещи у выживших, походу, появляются только на один бой. У меня был фонарик в прошлом бою, в этом бою у меня его нет. Так, сердцебиение услышал. Значит, маньяк где-то рядом, надо щемануться в сторону. Выжившим вообще надо держаться вместе, потому что генераторы, которые нужно заводить, быстрее включаются вдвоем. Генератор активируется не просто, что ты нажал кнопку и сидишь, а в нужный момент вам и в нужное время вам придется вовремя нажать кнопочку пробела. Вот я успел. Если не нажать вовремя, происходит взрыв. Небольшая часть шкалы иногда сбрасывается, набранной генератором. О, блядь. И это слышит маньяк. То есть не сомневайтесь, что он сейчас сюда придет. А если генератор зафейлили, верный решением будет, скорее всего, убежать и попытаться накрутить другой генератор. Иначе есть хороший шанс оказаться на крюке.
Видите, ни черта не видно. Что там за маньяк? Кто он? Может, это невидимка? Невидимка может подкрасться так, что вы его и не услышите. Ну, как невидимка? Условно невидимка. В «Хищнике» в фильме, помните невидимку? Его только актеры из фильма не видели, зритель видел. Но фишка в том, что невидимый, когда подкрадывается, сердцебиение... Бля, я лох. Так, идет. Он все ближе и ближе. Нет, лоханулся. Давай вот этот покрутим. Я просто... Не то, что у меня с реакцией проблема, я стараюсь смотреть в другое место, чтобы увидеть маньяка издалека. Вон он прошел. По-моему, это был он. Да-да-да, это он. Нахер. А, это, по-моему, тип с пилой. Тип с пилой может сразу заваншотить. У него есть такая фишка. Но он не самый такой нагибучий, правда. Им реально надо уметь. Господи, зачем ты взорвал его? Тут маньяк и так сюда шел. И ты еще зафейлил. Но это неопытность. С опытом, я уверен, люди начнут взламывать эти генераторы в идеале, и надо будет маньякам давать какие-то плюшки, потому что, ну, маньяк... Но я еще раз говорю, сыгранную команду маньяк убить практически не может. Мы еще ни одного из 5 генераторов не включили. И это беда. Оп. Они включили, потому что мы все без руки. Вон он идет. Идет сюда. На тебе. Вот эти вот преградки, это единственная маза убежать от маньяка. Особенно хорошо, если вы ему, скажем так, на ногу ее сбрасываете. Он тогда получает еще небольшое оглушение. Если маньяк вас схватил, вы можете еще успеть вырваться. То есть имеет смысл держаться подальше еще и от мясных крюков. Но все решает, конечно, то, где стоят эти долбанные генераторы. Ёб твою мать. Каждый второй вкус вдалеке начинает казаться маньяком. И это существенно нервирует. Сейчас попробую порыться здесь, может, что тут найду. Проблем я сейчас на жопу найду. Я нашел фонарь. Фонарь — это тема. Когда маньяк тащит вашего союзника по команде, вы можете светануть, как мне сказали, фонарем в глаза маньяку, и он выпустит жертву. То есть таким образом вы можете спасать сокомандника. Не дать ему потерять честь и гордость. Чувак, чё ты тут сидишь? Оп, успел. Слышали, пила завелась? Наверное, не слышали, потому что очень тихо. Звуки здесь работают таким образом, что настроить их очень сложно будет на записи. Когда вас бьют или вы что-то включаете, это громко. Когда вы бегаете или птички поют, это очень тихо. Да еще и я болтаю. Но поверьте, в игре звуки играют ключевую роль. И вы их будете слышать хорошо. Никто из команды не пошел за мной. Еле-еле я успел. Так, одного из наших ранили. Вот видите слева снизу индикатор? Двоих. Это, наверное, тех, кто со мной не пошел. Те сейчас агрибалити. Но это хорошая новость. Маньяк занят. Так, мне там кто-то с другой стороны, кореш, помогает, походу. Тот умный, который догадался идти за мной. Так, одного положили. Блять, этот кореш на редкость криворукий. Так, там подняли нашего союзника. Сейчас его он будет насаживать. Я не знаю, стоит ли идти его и спасать, но вообще у нас нам генераторов еще включать и включать. Мы всего 3-й включили из 5. Давай, пойдем поможем, чувак, пойдем поможем. Надо отвлечь маньяка, чтобы он отошел от жертвы. Только тогда... Он и так отошел, вот он на меня идет сейчас. Ага, 2-го положил. Если сейчас мой сокомандник догадается снять дальнюю тёлку, я помогу этой. Нет, он здесь.
Он не дурак. Сокомандник не догадался. Мы несем потери. Сейчас он ее насадит. Насадил. Он здесь. Но что будет мой сокомандник там его отвлекать как-нибудь? Взорви генератор. Побегай тут. Если вас поймают за снятием туши, вас сразу уронят на землю и повесят рядом. Беги. Я геройски спас от экс-командника, за это дают очень много. У меня нет аптечки тебе помочь, кряхти потише. Take pain! Take pain! Как там говорили? Прими боль, чувак. Упс. Упс. Вот это плохо. Надеюсь, меня сокомандники также придут спасать. Мне это понадобится. Потому что маньяк бегает немножко быстрее, чем выживший. Но мне повезло, я убежал, потому что он стал ломать преграду, которую я бросил ему под ноги. Видимо, маньяк у нас не очень опытный. Блять, это включенный. Естественно, не последнюю роль будет играть то, насколько вы запомнили карту. Как сбежать, так и поймать людей. Вам. Опа, опять. Он опять положил ту бабу, которая была ранена. Дело в том, что когда ты раненая, твой персонаж кряхтит. И в траве прятаться уже бесполезно. Оп-то это я вообще удачно. А вот теперь неудачно. Блин, я не успел ей помочь. Ну, сочувствую. Один я не могу их спасать постоянно. Второй мне ничем не хочет помогать. Я вообще не знаю, что он делает. Эдвард Элрик. Вот он. Что он делает? Он включает. Маньяк рядом, но он тупит. Можно попытаться снять тушку нашу. Она умерла. А мой товарищ ранен. Он хромающий, видите, получился. Хреново. Как бы его не пришлось спасать, но я уже не смогу. Он его будет просто пасти. Мне уже надо думать о своей заднице. Включать последний генератор и валить отсюда нахер. Мой союзник еще жив, но он кряхтящий. Его выследят. Вон он хромает. А за ним, по-моему, уже кто-то носится, нет? Мне бы в War Thunder такую наблюдательность, я бы там нагибал. War Thunder не хоррор, поэтому там стимула сосредотачиваться как-то нет. А здесь вот прям автомат. О, все, положили. Генератор мне нужен. Надо найти последний. Включить его и валить отсюда. Сочувствую, бро. Ничем не могу, так сказать, помочь. Блять, вот это я лоханулся.
Тут ящичек, конечно, стоит. Можно попытаться аптечку. Блять, он умер на крюку. Сидел бы, не дрыгался, может, я бы и успел. Он решил побороться за жизнь. И только ускорил свою смерть, как я понимаю. Либо наоборот не боролся. Хер его знает, что он там делал. Но он сдох. А я просрал свой шанс на выживание, потому что не смог, сука, вовремя нажать пробел. Потому что как улитка пытался одним глазом палить, где там маньяк. И я не знаю, где находится другой генератор. Если они друг от друга далеко, это еще нормально. Но если они рядом, он будет просто патрулировать. Я ничего не смогу сделать. Почти, почти. Долго, долго, долго. Слева там что-то промелькнуло. Ах ты, ублюдок. Да, сейчас положит меня. Тут нехер уже делать. Да. Слишком мало укрытий здесь. Да и команда днища, блядь. Только и смогли, что сдохнуть больше нихера. Начинаем вырываться, но крюк здесь, как назло, походу, рядом. Я был очень близок к спасению. Я даже спас одного своего сокомандника. Но грош цена всем моим усилиям, потому что сейчас меня тоже подвесят. Да, все. Теперь делать нечего. Повезло им, что со мной раки играют. Но серьезно, виновата вот исключительно команда. Не я. Вот именно вот тот чувак, который вот сдох последним, который ни хрена не помогал снимать союзников, сам ничего хорошего не сделал. Но если бы я не зафейлил генератор, я бы, конечно, спасся. Но вот такая вот борода. Командная игра здесь играет ключевую роль в игре против маньяка. Если ее нету, имейте в виду, что и победы не будет. Но в конце концов, это вам на стриме за жизнь бороться. Я-то буду охотиться на ваши задницы. Ну, потому что, опять же, повторяюсь, кто создает лобби, тот и маньяк. И друзей своих тоже вы в лобби позвать не сможете. Поэтому надо меня добавить во френды. Поэтому под этим видео будет ссылка на мой профиль в стиме. Добавляйтесь в друзья, если вы будете играть, собственно, в эту игру. Вы ее купите, да, и вы в нужное время придете на стрим, да. Буду абсолютно рандомно набирать людей, стараться каждый раз набирать разных. Возможно, все не смогут поиграть. Я не знаю, какое количество людей согласно купить эту игру. Но не факт, что и стрим будет единичный. Может быть, эта игра станет на канале любимой, скажем так, среди зрителей хотя бы на какое-то время. А у нее есть на это шанс. Ну, потому что это прикольно, это свежая идея. Наконец-то появляются... Радует, что появляются разработчики, которые не боятся пробовать что-то новое, а не копировать то, что уже и так есть и без них. В общем, что-нибудь жмите, что-нибудь пишите обязательно, как вам эта игра, купите ли вы ее, хотите ли вы поиграть в нее на стриме, ну и все такое. Бывайте.